Всем привет! Сегодня мы приготовим очень вкусный сливочно-грибной соус. Рецепт в описании под видео. Растительное масло. Сливочное масло. Мелко порезанный репчатый лук. Тонко порезанные шампиньоны. Овощной бульон. Сливки. Соль, перец, мелко рубленый чеснок, сыр пармезан. В конце добавляем петрушку. Сливочно-грибной соус готов. Сверху посыпем петрушкой. Я желаю всем приятного аппетита и удачного дня. Заходите к нам, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. До новых встреч. Пока-пока.